Дорогие зрители, здравствуйте. Меня зовут Глеб Черепанов. Я режиссер. Первое, что я сделаю после карантина, это пойду в репетиционный зал, чтобы, наконец, вживую порепетировать с артистами и увидеть их. И сбрею бороду, которую я начал на карантине отращивать. Призываю вас принять участие в проекте «Практика сотворчества», потому что театр – это дело коллективное, и у вас есть уникальная возможность принять участие в создании спектакля, что, согласитесь, бывает очень редко. До встречи! Увидимся в театре!